Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 264. События дня. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 7 стих. Впрочем, близок всему конец. За 1 сентября 2016 года. А далее сами смотрите, где надо остановите. Указано все об этом человеке, который натворил такую разрушительную кучу дел, которые не поправите за 100 лет, за 20 лет. А что это, вот это я указал, а не указано кто? Интересно, как так? Толпин. Ну, надо вернуться, значит, найти указание. Сейчас зарядим. Создав имя Господи, помилуй меня. Кажется, нашли. Так нашли. Создал пугало. Сколько людей занимается разоблачением этого человека? Наркоман, лжепрофессор. И так сделать. Ну, главное, чтобы доверие вошло. Потом по Библии не проверяли. А как бы во свете Библии смотрели, было бы все по-другому. Вот это уже и не народ. Секта, секта, везде секта. А слово секта даже не понимают. Дают определение. Правильное определение давал политический словарь в советское время. Секта. Расхождение, учение со Словом Божьим. Господствующей религии. И отсутствие или неверие. О ненужности учения, о ненужности священства. Вот. Поэтому показать, какие у нас ресурсы. Это в моем мире, здесь легко общаться. Заходите на почту. Второе, это у нас очень большой форум. Вот третье, что у нас очень важно, это канал, видеоканал. Сегодня только поставил. Видишь, сколько еще? Сегодня вот поставил. Уже 10 человек. Пащенко Владимир, 32 за 49 минут. Ну вот наш православный видеоканал «Открытым оком». И все во свете Библии. Во свете Библии
рассматривает нужно знать Слово Божие. Вот я показываю в моем мире, у нас все во свете Библии, огромные ресурсы. На форуме «Во свете Библии», на Ютубе «Во свете Библии», вот так и называется «Во свете Библии». И очень большой у нас сайт, православный библейский сайт, так и называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Тут песнопение составили, гимн Мочалин Владимир. Лично не знаком я, а вот он вник в это дело, принял и составил гимн. Исполнение. Отзывы идут. Посмотрели люди, понравилось. Во свете Библии бы рассматривали Дворкина-то. Вот я его увидел 20 лет назад и сразу сказал, чужой человек для православия. Он ничего не знает. В живе сектантов-то не видел. Видеть их не глазами плотскими надо. Вот вчерашний день, 1 сентября, у нас был молебен на открытии учебного года. День знаний называется. После этого концерт был, там мы все засняли. Ну и дали наша работа. Закончили отмостку вокруг Никитиного дома, бывшего Павла Лапкина, Павла Тихоновича. Вот. Небольшой палисад сотворили. Все это грубо, но прочно. Там можно цветы сажать. Сейчас окрестность уже фасадной стороны обрабатывается. Очень много работы. Все заросшее крапивой. Огромными-огромными лопухами. Колючки подойти невозможно. Но будет сделано. И еще. Никиту деревенские просили пасти. Все дети в школе. Пасти некому. И он согласился. Сегодня у нас пятница, он первый раз будет пасти за кого-то, вот за барабашей полностью день, и подошел Андрей Устинов пасти полдня, пока учится до обеда. Дали расписание, во сколько, в 8 выгонять, сейчас до 3 обед и до 7 вечера. И договорились, это за день 500 рублей и 1,5 литра молока. За кого все согласились, все довольны. Ну, дай Бог, чтобы Никита сумел поправиться. Так, здесь я показываю очень самое важное. Это 4124 ответа по темам во свете Библии. Некоторые даже не знают, о чем я говорю, что это. Вот еще раз дам прослушать во свете Библии. Не посчитайте за надое. Сомнения нет в Христовых пресветлых стопах. Но путь освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божие в сердцах всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца мы славим вновь правду Христа. Ты смело шагай, не унывай, другим на пути помогай. С Христом на пути нам нужно идти, пройти километры дорог.
Богу нашему слава во веки веков. Аминь.